Всем привет! Как мы знаем, есть такой известный человек, как Мадхав Шет. Он является генеральным директором компании Realme, которая в последнее время просто радует своих фанатов. Так вот, этот дядька, не дожидаясь всевозможных инсайдеров, опубликовал на своей страничке в социальной сети Twitter точную дату выхода долгожданных умных часов, а именно Realme Watch S. Про. Скажу сразу, ждать осталось недолго. Основные фишки часов — это AMOLED-дисплей с диаметром 1,39 дюймов. Часы поддерживают отслеживание шагов, расстояния, калорий и частоты пульса. А также емкий аккумулятор на 420 мАч. А теперь поподробнее. С вами канал Техноум. Поехали! Уже никому не секрет технические характеристики данных часов, ведь совсем недавно они появились в базе данных Федеральной комиссии по связи с США. Там мы узнали, что часы должны получить очень и очень неплохой экран. Дисплей Realme Watch S Pro будет иметь технологию экрана AMOLED. Размер его составляет 1,39 дюймов с разрешением 454 на 454 пикселя, что является очень неплохим результатом. Конечно же, часы поддерживают очень много показателей, таких как отслеживание шагов, расстояние, калорий и частоты пульса. Тренд этого года — автоматическое определение типа физических упражнений. И, как говорит сама компания, эта функция работает изумительно. Не забыли и про функцию мониторинга качества и продолжительности сна. Еще к плюсам можно отнести возможность управления музыкой и приложением камеры на телефоне через данный девайс. Все возможные уведомления о звонках есть. Также есть и функция поиска своего телефона. Ну, такая себе функция, я не знаю, кто ей пользуется. Realme Watch S Pro оснащены неплохой аккумуляторной батареей емкостью 420 мАч. Для отслеживания и для удобства использования производитель предусмотрел модули Bluetooth Energy, GPS и GLONASS. А также акселерометр, гироскоп, геомагнитный датчик, оптический датчик частоты сердечных сокращений, датчик внешней освещенности и емкостный сенсорный датчик. Очень большой набор, который заслуживает действительно внимания. Комплект поставки не актив. Мы получим всего лишь часы, зарядное устройство и руководство пользователя. И на этом все. Когда же нам ждать это чудо? А эти часы поступят в продажу 23 декабря. Ну что же, ребята, сейчас, на мой взгляд, уже просто нечего улучшать в действительно топовых часах, потому что мы получаем практически все. Это тот же самый смартфон, только у вас на руке. Мы получаем 2 гигабайта оперативной памяти и пошло-поехало. То есть всевозможные функции, всевозможные отслеживания, GPS, GLONASS, все тут есть. Конечно же, удобство использования зависит от экрана, но, как мы видим, экран тут действительно очень и очень неплохой. А часы всегда от данной компании Realme получались очень бюджетными. Это очень важно, потому что человек все-таки смотрит на цену. Если мы возьмем, например, компанию Apple, все мы знаем, сколько стоят их умные часы. Они стоят ого-го сколько, я даже не знаю, не каждый пользователь может себе их позволить. Также компания Samsung все-таки выпускает часы достаточно дорогие. А Realme и Xiaomi и Redmi и так далее выпускают очень бюджетные часы, которые предоставляют такие же возможности, как и А-бренды. Почему бы не купить? Можно и купить. А какие часы получится, узнаем чуть-чуть попозже. С вами был канал Техноум. Кому понравилось видео, ставь лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока.